have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки. Всем доброго времени суток. Прошлая серия у нас закончилась очень неожиданно. В этот раз, доходя до нужного результата, мы все-таки потеряли доктора, который умудрился задохнуться, не поменяв. Короче, он задохнулся в том отделении, где висят запасные костюмы и запасные баллоны, но он решил героически не менять их, баллоны и костюмы, и решил просто задохнуться, пока мы ходили за тварями. Он просто тупой. Не надо бывает, его оправдывать. То есть, знаете, есть вроде ученый человек, а вот мозгов не хватает. Неопытный. Самый дорогой человек в экипаже. Блин, где я? Вижу. Мы их оплываем успешно. Не очень. Но опять нормально. Реактор погрызли. Я их вроде отпугнул, не? Теперь они снизу просто. Кстати, что-то мы... Подтверждаю, очень много снизу. Плываем очень, не очень. Воды много как-то. Они живут. Забей, фугасная лента разорвала. Я бы даже сказал то, что мы погружаемся. Ай. Нет, мы идем нормально. Визуально это выглядит нормально. Ну просто как бы минус 7 скорость погружения. Ё-моё! Что? Отходите! Что у нас такое? Тут это, балласт заражен. Уйди. Ушел, давай. Дари! Блин, оно воды напустило. Оно меня закрыло здесь, кстати. Ладно, у меня есть еще резак, я тебе резаком вырежу, тварь. Какие-то слюни. Оно меня кислотой жжет. Оно к тебе двери закупорило. Да. О, оно воду откачивает. Давай, откачай воду! Я спустился туда, меня так с огнемета прожгло! Я еще помру! Прожарился со всех сторон, не надо. Видим в раре. Так, а у нас затоплено все нафиг сейчас. Вы не представляете, я такой медиум раре. Вставляем. Я же тебя поджег. Чисто медный бык сейчас был. А он нафиг. Ребят, о, у нас тут эти водопады ниагарские. Знаете, ты, что за медный бык, да? Да, знаем. Вот я в железном костюме, у меня сейчас примерно такое же было. Но ты же не мычишь. По факту. Блин, дальше не достаю, ладно. Чё и что там, нормально? Нормально. Ну, этот двигатель был затоплен, но вроде немножечко откачали. Чё-то спереди у нас еще. Пам-пам-пам-пам. А, погоди, ты прожег балласт? Думал, да, сжег. Сжег. Мне балласт. Что-то не нравится скорость. А, не, нормальная скорость погружения, минус 13. Ну, тут просто балластная фора появилась, мне пришлось от нее избавиться огнеметом нафиг. Балластная фора. Да, чтоб тебя, блин, лицом... Что ж... Было прикольно. Ой, хорошо то, что мы пока с Таламусом не встречались. Представляю, какой кайф с Таламусом на Фобусе бороться, когда они нас притянут, мы просто их раздавим, потому что подлодка весит 3 тонны и больше. Ну, я не знаю, тонн, я не знаю, сколько она весит. Овер много. 20 явно это очень мало, потому что 20, ну, это тупо грузовик с грузом. А тут, у него дурное предчувствие, прикинь. Знал бы ты, дружище, что, чего? Да, что, к чему рейдить? На перевалку. О-о-о, ачивки пришли. О, слушайте, мне пришла ачивка «Выживший после атомного удара». Тройно. Неплохо. Реально. Я это совсем не для ачивки делал, не, вообще ни разу. Мы так и поняли. Да, у нас тут просто... Мы охотились... Вон, видите, задохнулся врач. Спаси себя сам. Так вот, да, мы тут пока охотились на млотоглавов, я в одного фиганул атомным зарядом и промазал, и он через некоторое время просто приземлился обратно на нашу лодку. Я пытался уплыть. Да, но все было бесполезно. Нам пришлось заваривать вообще все, что было.
Вот, лодку на молекулы разобрал, и мы такие в бассейне. Это плавали. Когда в этом ощущение, когда в таком четвертом фолоче с толстяка в закрытом помещении. Да. Вот, то же самое. То же самое. Когда наелся тако и потом не добежал до туалета, и такой на всю комнату фигак. Неплохо. А чтобы на всю комнату фига, когда человек жопа надо быть, я не знаю. Так, кнопочку дайте нажму, пожалуйста, игра. Ай-яй-яй. Закрыть, пожалуйста, это камнич. О, спасибо. А, блин, тут опять маяк. Да, придется активировать. Потому что мы добрые. Добро победит, ну хорошо, давайте. А что ты скоро... А, ты еще не пробил. Мы сейчас стену режемся. Шучу. Меня ранили, мне нужны бинты. Как я за тебя рад. О, погоди, у меня левел? У меня левел. Так. Да, у меня левел. Пироманьяк. Угу. О, прикинь. Я считаю... получаешь на 25... получаешь на 25% этого процентов больше живучего урона, но двойной урон по балластной флоре. Блин, сигма. И открывает да. Этот, извини, что перебил, рецепт флеймера, то есть огнемета. Нам нужен огнемет? Я им уже слага обжег. Ну блин, еще один. Подойди, сигма, да. Подойди ко мне, пожалуйста. Бегу. Я промазал. А, да, то есть снизу цели прям овер много, это шипа стаи. Стаи шипы. Короче, я себе прокачал зарядку электрических батареек вместо огнемета. Они сзади будут, короче. Ну, короче, Сигма, сейчас разберемся. Подойди ко мне. Зайдите-ка еще после работы, да? Я сказал, когда разберемся, они все еще за нами плывут. Я понимаю, я их не вижу. Ну ладно, короче. Чё, и у маяка будем, Сигма, подойдешь ко мне? Мы их очень просто обогнали. Но они все еще плывут за нами. Я понимаю, но прям нет. Не, я мог бы выключить сонар, они бы нас уже давно потеряли, но я дебил. Вижу. Догоняю. Вижу. Я их фугасами до этого коцал. Они все там недобитки. Я вижу. Можно одиночками стрелять, они с одного попадания откисают прямого. Да, все мертвы. Ага, удачненько. Топ. Паркуемся. Возьми из ящика медаль, пожалуйста. Возьми на полке пирожок. Так, две медали, в две руки, давай. Как в этот... Не могу удержать. А, серьезно? Удержать. Ты мне их можешь на меня ее надеть? Пжи. Зачем? Ну потому что я вам медальки. Спасибо. Спасибо. Все. Так, мы остановились. Можешь их пособирать, пожалуйста? Ну вот, ну, за то, что этот. За вручение медалей. Офигеть, блин. Медаль за вручение медалей? Да. У нас на таких большие страны держатся. Ну, кстати. Иронично, но правда. Фактиш. Так. Я споткнулся. Обожаю, кстати, когда в комнате с реактором балласт открыт, падаешь и долго. Кстати, реактор у нас взорвался. В смысле? А, да бывает. Ну, потому что вокруг него стена обожженная, и он нулевый был. Нулевый, и чё, починили же. Факт. Блин, где-то ну, живы. Дыра. Сейчас. Живы. Всё. Сейчас я быстренько аванпост пойду юзану и буду. Всё, заварил наконец-то. Бесит. Блин, вот этот вот... Жесть, давление, больно, пипец, уши вылезли. Хай-прешер. Хай-давление. А, жесть, ты чё тут делаешь? Живу. Ладно. Приплываю я, значит, на аванпост, а там Сигма сидит. Нормально. Там, скорее всего, тваря. Нету?
похоже. А тут такой реактор. А он сверху или снизу? Где тут ванпост? Снизу, конечно. Мы всегда паркуемся на ванпост так. А у тебя есть реактор? Да, я всегда ношу с собой. Просто в прошлый раз я подумал. В прошлый раз не принес. Я в прошлый раз этот подумал то, что жесть, слышь, чекай вот этот прострел, я не знаю. Вот это глянь, это что такое? Вот. Нормально. Ладно. Починить. Никак. Ладно. Не требует ремонта. Моторный отсек протечек не осталось. Спасибо, я знаю, я плавал вокруг, я делал. Спасибо, спасибо, Артем. Арди Дулитл, кстати, лучший член нашей команды, он делает больше, чем те, за которых мы деньги отдали. Кстати, да. Бесплатно и хорошо, молодец. О, шлюз открыл. Откройте обратно. Все, маяк из онлайн? Пока нет. Тут что? Нормально, нормально. А, что, не работает? Да? Я думаю, откуда протечки появляются? Ребята, у нас гости. Отвоюй. Сейчас, как бы, но... С одной стороны, активный сонар могу врубить, они сюда поплывут. Ну, просто, как бы, я не знаю, почему это. Еще один аванпост, который не будет нормально чиниться. Одно пристрелил, просто... но я не знаю, сколько их тут. Я не знаю, несколько. Почему он не хочет работать? Офигеть! Ребята, тут жопа! Да? Да, короче, чини, я к нему. Да тут не чини! Так, патроны. К нам с этого идут, с двигателя, и там прям уже все. Чёртова дверь? Да ладно. Неужели заклинило? Откройте! Ё-моё. Чёрт! Да ладно! И как? Если я кнопку отключу? Ага. Ёперный тебя! Это так гениально! Жесть, я такой гений, боже, мне нужна за это медаль. Так, ребят. Обойдешься, я так дверь впитал. Парочку, ребят, парочку придурков. Ща. То расчистил вам, заходите, если что. Ну а у нас уже внутри. Давай. Ща будем. Сигма, давай, штурм. Межконтинентальная штурмовка, поехали. Да как удобно, шлюз затопило и не надо страдать на лестнице этой баганой. Где они? Наверху отбил двоих. Отступаем! Их еще несколько штук осталось, их просто прям до жопы было. На меня толпа прям вылетела, я нескольких завалил успешно. У меня гарпуны кончились. Иди, веди их ко мне! Тут кто-то слаг флексит люто. Они мертвы тут тоже. Так, чувака сверху одного снял, второй тоже мертв. Хорошо. Не, ребят, я не выживу, походу, все. Блин. Мне тупо не успею залечить себя. Каск не вывозит. Ну чё, редок, да? Да открой! Стой! Открой, пожалуйста, быстрее! Где ты, Сигма, быстро, где ты? Я заматываюсь в медосеке. Так, а ты уже... А нет, ты еще считаешься у нас в команде, у нас просто все остальные сдохли. Я смог себя замотать. Я тебе в этот впитал, дал тебе попить крови. Дал тебе кровушки попить. Все, я пошел на улицу все это заваривать. Хаск очень быстро от крови хилится. Я тебе просто в голову вколол мешок с кровью целый. Мешок с кровью. Я чисто навернул, да? Как человек и кринже. От этого вылечил. Да. А Арти еще живой? Нет, все сдохли, все. Да ладно, нет! Нет, да. Только не мой любимчик. Ну ладно, вообще насрать. В прошлой серии мы всех потеряли, в этой серии всех потеряли, но все нормально. Что ж, это судьба, выживать втроем. По крайней мере, на этой подлодке точно. На этой версии этой подлодки. Блин, у этих тварей прям до задницы было обидно. Честно говоря, я думал, меня загрызут.
Если бы я вовремя не успел тот скафандр одеть, меня бы и загрызли, скорее всего. Меня вообще не загрызли. Я был без скафандра. Прикол в том, что мне их штук 6 вылетело. Я начал во все стороны стрелять, чтобы хоть как-то выйти. При том, что я из пушек, снес штук 4-5. Почему опять же так плохо? Это игра такая, ну это ж survival, блин. Ну это ж не хера. Какие-нибудь махасками что было бы. Да. Мы были бы артидули там. Ладно, еще долго потяну. С нами столько не живу. Надо быстрее цветы полить. Надо быстрее реактор починить, пока он не взорвался. Да боже, труп, тут чей-то труп валяется, мешается. Цветы поливают. Совсем офигел уже. Как он смеет, да. Блин, баллоны сварочные уходят, просто как дети в школу. Говорите, пожалуйста, в реактор. Да я варю, что могу, подожди, тут прям дофига. Оно медленно варится. А ну, вода начинает уходить из реактора. Потихоньку. Сейчас я еще дно в реактор не заварю, вообще хорошо. Кстати, в хозяйственных шкафчиках лежит и морфин, и бинты, и кровь. Так что не забывайте использовать и хозяйственные шкафчики. А также можете из трупа взять инопланетную кровь и напиться. Меня. Не забывайте. Ну, меня в движок заживало. Не забывайте пить инопланетную кровь, она тоже восполняет ХП. Пейте полезные напитки, Лет. Ой, ребят, кстати, Лет закончилось, поздравляю. А, ура. Кто это? Кто там орёт? Так, реактор заварен полностью, сейчас посмотрим, что у нас тут. Что-то нездоровое творится, подождите. Кто-то орёт. Да. Поменяйте патроны на пушках, пожалуйста, мы там почти все выфигали. О, арти нашел. Спереди что-то орёт. Да. Слака, добьёшь, пока я начиню? Все, я ей голову съел. Арти. Я вижу, отлетел. Удачненько. Последний недобитыш остался, тварь. Ой, я смотрю, там Фрум Нижний Балласт или кто это лечит? Да. Ну я тоже стоял, заваривал. Так, самое главное починить комнату с цветами, то если цветы помрут, то ну... Ну, можно будет рестартить миссию, да, все. Да, цветы главнее, экипажа как бы. И сразу видны приоритеты. У хорошего капитана сразу видны приоритеты. Просто у нас постоянно кислородный генератор сломан. А в принципе... В принципе, я считаю, то, что мы можем полностью заэкумировать. Ах ты ж ёпрасты, ребят! Сверху! Прям задница, все, мне нету. Много... В смысле? Тебя съели на смерть? Мне вылететь нечем. Оооо! Ё-моё. Доброе утро. Фрум, ты еще там... Ну типа да, да, но нет. А чё они такие плотные? Я не могу вылезти наверх. Пошел нафиг отсюда. Ай! О! Не-не-не-не-не. Чё? Да, раз нет. Да. Сожрали. По-моему, от тебя уже конечность. Да, а, да, да, они да. Ко мне зашли! Уходите! Уходи! Ой, голова. Убирайся! Держись там. Да, держись, да. Но мне воевать нечем. Уходите! Я нашел дробовик с тремя патронами. Ой, что все такое? Доел, какой молодец. Залез! Это тот, который меня жрал, он целенький, отхавался. Он отхавается за счет меня сейчас. Достойно. У нас еще сверху молотоглав, забейте. А, кого? Чё происходит? Стреляй по мне! У меня нет патронов. Я с радостью. Отступай! А, это пахнет рестартом. Рестартом это пахнет. Два молотоглава. Еще одна тварька, я не знаю, живая, не живая, возле рельсотрона. А, три молотоглава. Чё это я мелочусь, на самом деле? У нас пушки разрядились, все. Это конец. Тише, успокойся. Я к реактору пошёл чинить.
А, так это еще золотые. А. Два золотых, один синенький. Тут... Пофиг, с мелкашки буду стрелять. А, нет, штука все-таки живая возле этого, возле, видишь, возле рельсотрона. Не? Не живая? Чё он так... А чё оно так флексит, смотри? Да ё-мо! Почему так трясёт? Я не могу стопливный стержень менять. Что ж... Ну... Сейчас выработка пойдёт. Живи там. О, пошла выработка, давай. Не, выработка это хорошо. Это хорошо, безусловно. И самое главное душа. Но что-то мне крайне не нравится суть батареек у пушек. Это... Ты... Блин, оно все, оно что, все надо... уже. Надо. Стой! Короче, забей сейчас на капитанскую рубку, нужно главное этот. Я не собирался. Ну вот и славно. У вас они сломаны все, сделать. Они дымятся, и хотя бы подлатать, если вдруг собираетесь выживать, там их подлатать бы немножечко. Мы собираемся выживать. А, вообще здесь куда коробок стёрли? Здесь я потом пушку починил, чтобы из неё пострелять, а там коробка нет. Верхнего корпуса нам ещё надолго хватит, мы всё равно уже продырявим. Не особо, Фрум. Это нижняя пушка, ё-моё. Вот это. Вода откачивается. Раз. Вы этого еще не заметили, но вода откачивается. У нас все хорошо. Так, часть электричества вырубилась. Файн. Шел нафиг отсюда. Блин, ну хотя бы отвертка. Ой, их уже 4. Ключа. Да. Офигеть. Один не уйдет, наверное. А чья, ну, это, ребята... чья это хпшка под рельсотроном? Да. Оно живое, прикинь? Вот эта фигня, которая была рядом с... Вон, оно уходит, смотри. Оно живое, ладно. оно отогрелось. Вот, прям под рельсотроном, смотри, там хп... Оно пошло внутрь. Да вижу. Да пофигу, загрызу. Давай, оно сейчас возле Биг Дэдди, но там зависло. Мне нужно в арсенал сходить. Идите нафиг со своим течением. В арсенал можно. Как же он бесит. Свободно. А, оно идет вниз, оно идет к тебе. Нет! Нет! Не ешь меня! У него чуть-чуть жизни, если есть чем стрелять, у него пукнуть. У него там где-то пятая часть жизни. Пять раз. Кэло, чертила, открывай дверь. Ладно, сам помогу. Ну, нужно либо полностью затопиться, либо... Нихера, у него хп! Ну дофига, ну относительно дофига. Пятая часть, я же тебе говорил. Ай-яй-яй. Гранату бы! Весь гранатомета. Тут у нас пока что... А, это уже мертвый мотоглав, прикольно. Да, я думал. О, золотой еще к двигателю идет. Убил? О, да. Все, так, разрывные пули. Хватай боеприпасы, пожалуйста. У нас, кстати, одна из пушек заблокирована в группу молотоглава. Да, 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 да. Перезарядить. Я готов воевать. У него пол хп осталось у того золотого. А вот этот сверху его... А, у этого сверху у него дофига. О, черт, это вообще не хватало. Только не это. Все, конец света. Выбери реакторную. Они как раз мотор ломают, оба. Если он рванет, они умрут. Да. Короче, есть план. Я сейчас беру ядерный заряд. Не надо. И иду на них в рукопашную. Ты подорвешь его по кнопке. Это так не сработает. Ты подорвешь его по кнопке. Я привяжу эту к двери, откроешь дверь, я взорвусь. И они умрут. Че? Я могу просто в тебя из рельсотрона выстрелить. Не. Доступ к нижней пушке есть, нет? Я эти не имею. Ясно. Почему-то доступ есть. Движок почини, чтобы он... У нас есть доступ к смерти. Это прикольно, да. Почини. Ну, лично у меня есть доступ к молотоглавам. Где ты там, чувырла? Подожди, я еще не починил рельсотрон, чтобы... Не вылазь!
Кстати, не лучшая идея, да, я фиг знает, как управлять этим говном. А как залезть обратно? Все, пофиг, я не хочу на это смотреть. Потреди, чини все. И работай. О, а здесь выход нормальный. О, мой паучерт. Так где он там долбит? Внизу, прям под тобой, только с нижней стороны, да. Сейчас я второй рецептрон починю, хана ему. Сразу, блин, писет. Ба. Удобно. Кинь невероятно удобно. Бам. Пофиг, я уверен, что он сработает. Давай, плыви сюда, хватит. Фак, сваливай из реакторной, я тебя могу ядеркой разорвать. Ой. Минус трип какой-то. Пожалуйста. Ты там еще не сдох? Да не, просто пипец фонит и ожоги по всему телу. А, да пофиг. Верхний рецептрон, садись. Да хуй, пожалуйста. Я тебя прошу, у меня на биологическом уровне конечности отваливаются. Сейчас, я тебя прошу. На отходе, на отходе. Пусть он ударит, потому что он сейчас быстро идет. А на отходе попадешь. Давай. Нет! Пожалуйста, не. Блин! Хорошо полетел, у таракашки аж эти разлетелись. Ой, это что за воздушные шарики из него? Ты это видишь, не? А на рецептроне есть кто-нибудь? Нет. А. Я пошел чинить. Ну, по идее, отбились. Ну, получается. Давай. Ой, добра молотоглава. Удобно. Чини реакторы. Офигеть, от ядерного взрыва у них реально конечность, как у таракашки, типа, и все. Ребра молотоглава, за них очень много платят. Вы че? Это ж легендарный. А если мы доберемся до спау, до сейва, типа меня воскресят или нет? Понятия не имеем. Круто. У нас, кстати, реактор чуть не рванул от моих плюх. Так, стоп. А что если? Не, Фрум, зачем ты это сделал? Что? Я могу. Ты навыки просрал? Нет. Если я. А пока не. Да, у меня отсчет 5 минут идет. Все, не респавнится, не надо. Хорошо. Там мы починимся. Так, просто я бы вам помог бы завариться поскорее. Да, навыки дороже. Пойдет. Ладно, ребята, тогда давайте пока что на паузе, как что-то у нас решится или не решится, то вернемся. Так, ребятки, мы вернулись. Блин, да? Да. Я даже не заражен! Ну-ка. Да! Я человек! Если мы тебя покусаем, ты сдохнешь, кстати. А почему? А почему я не заражусь? Не первобытно. Здесь ты сдохнешь. Так, подождите, тише, тише. Так. То есть мне дали отвертку, гаечный ключ и стержень. И все, иди. Давай, дружок, до свидания. А как это у нас называется с тобой, Сигма? Симбиоз. Сейчас мы тебе наколдуем. Нам нужно бы к этим. Симбиоз в баротравме. Да кто так пишет активно? Что, где? Блин. Оп. Это, погодите, а просто ж так добраться до хасков, чтобы они мне опять-таки она держи, наверное, не получится. Это же прям ритуал был. Сейчас подумаю, подожди, я размышляю. Не знаю, возьму поливалку, у нее больше боевая эффективность, чем дробовика без патронов.
Нет, на самом деле, я бы так дальше играл бы, наверное. Я понимаю, что все человеком. Я понимаю, что все уже расслабились. Ты вон это филе лосося держишь вообще в руках. Сигма, ты видел, кстати? Да. Единственное, что я не вижу, это боеприпасов. Мои пушки вообще все сожрали. Очень жаль. Пойди еще возьми, я не правда без патронов. Нет, все остальные. Фром, я пойду, наверное. Короче, молись, чтобы это тут. Ты хочешь стать опять тварью поганой? Хочу, но крайне сомневаюсь, что это возможно. Я пока почему-то займусь. В общем, сначала... ребят, найдемте выход и вернемся. Подождите пока что. Вы добираетесь до указанной каюты, все как всегда, мешки с плотью, то вознесение. Все местные культисты очень дружелюбны. Они приглашают вас принять участие в причащении. Почему бы и нет? А вы проглатываете несколько яиц с трупного паразита, у них солоноватый вкус, потом вы обмените штуками. Присутствием приходите отличное настроение. Сегодня у вас будет с друзьями всю жизнь. Кстати, о жизни вам знаете, что нужно взять несколько порций противоядия трупных паразитов и скорее принять первую из них. А зачем? Что теперь? Вы подберите вот тут коллекционит. Типа обваляется. А, короче, я не знаю, продайте, идите кому-нибудь. Задора. Ча, подождите. А ты уверен, что если меня покусать, я просто сдохну? Да. Да. Мы уже проверяли. Так, хорошо, сейчас, я закуплюсь. Тут какие-то три метаморфозы. Дешево стоит, в принципе. Вот это куп... Так, нет, это жилой контейнер, он нам нафиг не нужен. Пащи генов возьмем, чтобы фруму нормально сделать все. Я медик, меня Пика учил как-то рожать. Ой, зря я это сказал. Теперь ты не доверишься. Нет, я на данный момент я, в принципе, более открыт к экспериментам, чем ранее. Если на то пошло. Рэш не хочет покупать это говно, так что мне все равно. Ладно. Реально быстро вылечил меня. Ребят, ну-ка, пробуем разные методы. Не так близко. Властью данной мне. Я провозглашаю тебя членом культа. В понятия не имею на день это. И воспользуйся этой технологией. Я не знаю, как ей пользоваться, просто воспользуйся, попытайся там. Чё ты схавал? Гены Хаска. Отлично. Плюс один. Ага. Кусаться я все еще не могу, но гены Хаска есть. А, теперь если ты меня укусишь, будет нормально. Понятия не имею. Давай, мы все равно только в этом были, сохранились. Кусай его. Тихо. Или может нормально по нормальному яйцу подсадить? Слышь, Фром, иди это, поплавай. Нет, ну... В смысле, нет. Нет, тут не хватает воды, чтобы... Нет, я задыхаюсь. Очень жаль. Согласен. Ну, не судьба. Придется кусать, стой, не судьба. Можете яйца нормально получить. Где и когда? Так, иди мне. А у меня исчезло вот... А, нет, стой, плюс один гены этого крокодила, да, присутствуют. А? Бог, прибеги у меня до всех. Ладно, накорми их физраствором. Я их еще и кормить надо. Офигели уже. Не, ну можно читами выдать, но это неинтересно. Да. Чит.
ты, это не про нас. Жесть, я вам 5 физраствора отдал, ну иди сюда. Не ты. Так я же говорю, мы просто только что отплыли. Сейчас самый прикол, попробовать эту фигню с вкусом. Если что, загрузимся недалеко. Тогда снимай этот спящий генов. По-моему, он не может его снять. Кого? Спящий генов. Ну, я снял куртку, а вот эту фигню, я же ее съел. Все. А это навсегда, типа? Да. Ладно, пой. Поэтому ну, я короче... говорю, что... Нет, раз во мне сейчас есть генетика хаска, поэтому может сработать. Сейчас посмотрим. Укус. Я укусил. Кровотечение. Сейчас посмотрим. Но он отхиливается, смотри. Отлично отхиливается. Смотри. Видишь, сразу ХП устанавливает там. Хватит мне морду бить. У меня лицо уже красное, стой. По-моему, я ему халебальник сейчас откушу. Откусывание головы не входило. А через сколько оно начнет действовать? Сейчас посмотрим. Можно я тебя лампу ушатаю? Подожди, Фрум, стой. Ну? О! Че ты сделал? Зачем ты это сделал? А, погоди, это разве не такая фигня, которая была во время этого? Ну ладно. Пацаны, вейп, вейп, вейп. Ну, ребят, я регенюсь. Йоу. Может, мне нужна вот эта вейп-пати для того, Господу, чтобы... Господу, помолимся. Дежу деп, дежу деп. Сейчас я еще прочитаю вам что-нибудь, подождите. Так, ну смотри, если он хаском станет, у меня есть антидот. Время метаморфозы духа, назначаю я тебя. Так, когда так. В горле свербит. Ну-ка. Интересно, сколько времени надо ждать? Сейчас посмотрим. Дополнительно еще. Не зашло, ну-ка. Бам. Что это было? Фрум, на, лампой дыши, на. Ритуалы. Тебе тоже? На. Плов, это одиннадцатиклассники, когда в туалет зашел первоклассник. На. Да, тоже дыши. Он приходит домой, не, я не курил, просто рядом со мной курили. Ладно, симптомы какие-то идут. Да хорош. Да? Так, инфекция есть. Отлично. Фрон, ты если что, кричи, по тебе стрелять будут. Да далеко не отходи. Слак. Я пошел тонуть, погоди. Какой туда? Подожди, у тебя изо рта еще ничего не вылетело. Да нет, ты чувствуешь, что что-то движется... В твоем горле ты хочешь кричать, но звук не выходит. Мне нужно кричать, но у меня нет рта. По мне только не стреляй. Фрум, залез. Нет, к сожалению, все еще. Залез обратно. Залез. Короче, Сигма, смотри. Фрум, открой дверь. Блин, иди я встань в угол туда, я в тебя лампу ща кину. Не надо. Ну, иди к жабе, она адекватная. Чё ты ползаешь по себе? Да, дайте, воскресите меня, пожалуйста, сейчас. Ты чё? Какой воскреситель, Юма? Не, я имею в виду, сделайте меня опять бледным уродом. Ладно, красивый. О, заражение. Хватит его грызть. Ау. Я чиню! Да что ты делаешь? Я ему даю надышаться лампой, чтобы... Зачем при этом облизывать? Так, это... я не знаю. Это проверяет, врёшь ты или нет. Но оно почти спрогрессировало до нужных результатов. Жизнь очень хорошо регенит. Если я сейчас не сдохну, то все будет хорошо.
Смотри, если ты сейчас заражение тебя, ты чего? Мне кажется, Фрум уже не Фрум. Сейчас, погоди, погоди, погоди. Фак, отойди от него нафиг. По-моему, сработало. Иди, блин. Фрум, нажми R. А, там шатает и сидит у него. Да. Да? Да. Симбиоз? Да. Я пошел. Мне просто заражение паразитами, подожди. Еще он там сдохнет. Не, все, может... все круто. Точно? Да, я больше не задыхаюсь. Давление появляется, но я больше не задыхаюсь. Все. Пацаны, гляньте, как лампа класса под водой работает. Слушай, хочу посмотреть. Достойно. Фух, это была самая тяжелая часть. Ну я уверен, что ты еще нормальный, подожди. В смысле? Как выплыть? Не-не-не, все, забудьте, до свидания. Кривые наша лестницы, встреча да? была ошибкой, все, пока. Лак, пожалуйста, почини это говно. А то я пойду пробью тебя. Короче, подплыви, давай я тебя возьму. Ну, вверх подплыви и этот, зарыгдолься. Зарыгдолься. Спасибо. Когда кровотечение пройдет? Успокойтесь, вы меня вон откусали, блин, как яблоко. Все, поздравляю. Предлагаю нафиг выбить окно в твоей рубке и залезть. Чтобы не повадно было всякое говно строить. Фрум, ты там где? Я тут. А, так, стой. Мне кажется, или оно заканчивается? Вот в чем проблема. Миром Господу помолимся. Ребята, оно излечимо или нет? Да. Оно... Его действие, хаск-инфекции, заканчивается. Подыши. Спасибо. Типа оно себя пытается регенить, но оно потихонечку. Давай еще вот так сделаем. Вот так вот еще, на всякий случай. Еще. Если вам придется меня постоянно заражать. Оно, кстати, не вас. Так, а ты у нас кто? Ты только таблетки не пей. А, слышь, прикинь? Ну-ка. Это из-за гена. Нет, эту штуку можно снять. Снимай, она тебя устойчивость повышает. Да, теперь начинает прогрессировать заново. Да. Заодно повреждая внутренние органы, кстати. Нет, повреждение внутренних органов я получил, когда снял ее. Фрум, ты главное газом дыши, потому что там написано, то, что он для зараженных хаском лечебен. Ну, это полезен. Так, усмиряет. Но самый прикол, когда я снял вот эту хренотень, из нее батарейка сломалась. Пофиг вообще. Она не работала. Не в кафе. Ну что ж, лампы закончились. Блин, ты сюда этот тунец засунул. Ай, ладно. Тунец. Короче, ладно, инфекция вроде нормальная, она вроде есть, все вроде хорошо. Фух. Самое главное, дробаш вернуть это одно, а вот вернуть инфекцию это уже другое. О, миром Господу помолимся. Не надо... Это вещи ломать. Что-то ты плохо как-то заражаешься. Сейчас, подожди, дай я тебе еще кое-что дам. Я уже даже курточку одел, которая способствует инфекции. Хорошо. Не рычи на меня. Фрум, хочешь яиц поесть? Не, спасибо, яичницу не буду. Только невкусно. О, ребят, смотрите, это яйца трупного паразита, смотрите. Паразит. Готовы? Сейчас, ну. Подождите, я сонар выкину. Да. Смотрите, смотрите. Готовы? Давай. Приятного. Да. Там и сок. Сигму будешь? Смотрите. Нет, спасибо, не фанат такой кухни. Я лучше пойду арте доем. Фрум, будешь? Спасибо.
пожалуй, обойдусь. Ладно, ребят, что у нас, получится еще куда-нибудь или не успеем? Ну, плыть можно было бы. Давайте. Там такая штука. Надо будет штурмом пробиваться. Пром, можешь пойти в средний отсек? Иду. Чинить, не перечинить. Так, Сигма, ты заодно посматривай за Фромом и следи, чтобы у него заражение шло дальше. Я сам время от времени посматриваю, не переживайте. У меня огнемет есть, в случае чего я устраню заражение. Угу. По себе стреляй тогда. Оно контролируемое. Ну, я боюсь то, что у Фрума будет неконтролируемое. Ну вот я тоже про это. Ну, я же вам же типа же скажу, если что. Я тогда поддержу гранты. Потому что нелогично то, что нельзя провести еще один обряд, ну типа за доп. Плату там какую-нибудь, я не знаю. Да, церковники очень такое любят. Приходишь к любому попу, говоришь, видимо, не эти. Я тебе денежек дам, и он тебе любой обряд проведет. Мы столько для них сделали, это самое, мы у них, ну это фракция, у которой, ну типа из всех фракций она больше всех нас уважает. Смотрите, мне кажется, что получилось заражение. То есть вы до этого экспериментировали, если просто укусить, то человек сдохнет. Мне кажется, сейчас получилось заражение именно за счет присутствия гена вот этой фигни, потому что... За нами цели плывут. Блин, и... Угу. Реактор почти сдох, кстати. Реактор сдох, кстати. Почини быстро! Я тебя прошу! Закинь туда хоть что-нибудь, да. Краска засуньте. Все. Сейчас выработка пошла заново. Зачем мне эта гитара? Там аккордеон есть, если хочешь. Нафига, козе баян? Расщепление идет. Отлично, мы почти приплыли. Я тут такой, I've been in planes before. High on the street. It's time to go. Так, авторские права осторожно. А, да? Настолько дальше. Да, они не поймут, потому что я это. Мушенс машин. Где? Сверху? Нет, ужасное произношение. Хуже. Ага, а то у тебя кровь из ушей пошла, понял, все нормально. Беруши придется использовать. Не против моего соседа предназначались. Стой! Держи эту дистанцию, чтобы фигануть с этого, с атомника. Да пофиг, не надо пока, что это там... Это те, у которых мы мирно можем порешать. Да, точно? Я не знаю, нам обещали то, что нас не пропустят. Но я очень хочу, чтобы нас не пропустили, чтобы устроить там этот, я не знаю. Резня. Я пошел, я готов. Слизнепилой? Ты сразу не стреляй по этому, там, по детям. Хотя не, стреляй. Они же вырастут и отомстят. Что, личку вы? Ух ты ж ё! Ух ты ж ё! Помнишь, ты лича Куву зарубил, когда он ребенком был? Он не был, он был взрослым гринеровцем. Вы припарковались. Ну вот он еще сильнее вырос и платил землю. Ой, ребята, что же сейчас будет? Стойте, давайте быстренько починим вот эту всю электронику перед тем, как туда идти. Да-да-да-да-да. Давайте всех перекусаем. Я хочу стрелять по всем из гранатомета его, чтобы просто так брал. Ай, почему-то мне это не вспоминается Гинтама, ну ладно. Я хочу стрелять из гранатомета, но у меня нет рук. У меня они есть. Да. Хаск даже их может вернуть. Чужие, наверное. У опытного слесаря есть 3 интересных истории из жизни. А почему так долго загружает? Все время сейчас так стало. Пожалуйста, подожди. Я не в Warframe играю, чтобы, пожалуйста, подождите. Ну, видимо, в него самого влюбился. Кстати, изменились саундтреки? Услышали, саундтрек изменился? Да, да. Нет. Не вслушался, у меня нет своей музыки. Ой, ребята, тут столько побазарить есть чем. А склоны, кстати, не любят. Возьми еще тонкую струйку дыма из мусорного бака. В мусорке находится горящая сигарета. Не туши. Почему? Ты не хочешь так, плюс репу? А мы на фее вообще, аванпосту. На этих. Коалиция. Так что, ну да. Тогда ладно, можешь потушить так, чтобы быть. То есть мы не кусаем людей? Пока что нет. На, иди ляг, полежи. Вы где? Зачем? Полежи.
Не знаю зачем, просто полежи. Не, нормальная инфекция, кстати, стабильная. Оно там типа убавляется, добавляется, нормально. Ну, кажется, мы поняли, как спроецировать симбиоз. Ну, это, конечно, не особо яйца, которые дали просто симбиоз беспричинный. Но тоже неплохо, в принципе. Сигма, пожалуйста, не угрожай всем подряд. Чего? Говорю, пожалуйста, не угрожай всем подряд. Так, это пустые баллоны, это пустые баллоны. О, ППшечка. С пустым магазиком. Пустой магазик мы выкинем, потом подберем. Туда пробраться. Ну, Кэп, когда я хочу устроить очень сильно. Да подожди, говорю. Ну, жалко. Подожди. У меня батарейка села. Я тебе сочувствую. У меня еще есть. Блин. Шуму лишнего такого скину, сейчас посмотрим. Поставка оружия. Ядерного? Господи, хоть бы нас пропустили, у нас просто вообще репы не хватает. Ну прям вообще конкретно так. Ну в 11. Здорово, мужик. А, мне очень жаль, но хотя вы и добрались так далеко, мы все же не рискнем в руку. Опять ты! Но так уж и быть. А, не придется устраивать. Такая лягушка. Так уж и быть. Просто. Здрасте. Забор, блин, покрасьте. Какой бред. Хат позволяет мне так летать. Знаю. Это гораздо быстрее. А, да, точняк, у нас же хаск есть, можно навернуться с лестницы. Я, в общем, нашел ППшку разряженную, пойду сейчас себе пару магазиков себе заберу из этого, хоть пушка будет. Ребята, мы можем проплыть следующую зону? Можем? Ну, можем, я вас спрашиваю. А, хотите рофл? По времени уже не можем. А там вон постов нет. Это же круто очень. Это будет весело. Затащено. Так, а мы две серии случаем не сможем снять. Кто его знает? А то тут столько контента. Конь с тентом, это, конечно, круто. Да, еще одни новые охотничьи угодья. Ну, все ясно, мы выбрали не ту цивилизацию. За коалицию, ой, за этих, за сепаратистов были эти. Вот за сепаратистов аванпост есть. Все ясно, там мы просто выбрали не... Чё? А там можно будет устроить? Там, да. Вот коалиции поднасрать, это можно. Ой, чё говорю? Ещё посадят. Говорю, сепаратисты... Им самым, да. Чё, может тогда заканчиваем серию, и в следующей серии будет... Глубокое море! Типа того. Да, ребятушки, думаю, тогда на этом будем заканчивать. Займемся пока что восстановлением самих себя и подготовкой к следующей серии морально. Пока что спасибо, что были с нами. Всем удачи и добра, бобра. Всем молодушек. Всем покеда. Адью. До связи.